Глава Среднеазиатского митрополитчьего округа поздравил с Пасхой сотрудников Ташкентской епархии. Митрополит Викентий выразил всем слова благодарности за труды во благо Святой Церкви и призвал к беззаветной самоотдаче в служении. Подробнее наши коллеги из Узбекистана. Поздравляю с праздником Пасхи Христовой. Дай Бог, чтобы эта благодать Божия нас укрепляла, наши силы душевные и телесные, укрепляла нас в вере, в благочестии, укрепляла нас с вами в тех трудах, которые вы трудитесь на благо нашей церкви, нашей епархии. Вы должны трудиться самоотверженно, трудиться, отдавая себя полностью Богу, потому что вы, думаю, понимаете смысл жизни, что человек, чем больше трудится, тем больше он получает от Бога благословение, и мы получаем надежду на то, что за наш труд Господь даст нам вечную блаженную жизнь. После напутственного слова владыка вручил пасхальные подарки и преподал всем архипастырское благословение. Благодарность сотрудники епархии пожелали митрополиту доброго здравия и пообещали прикладывать еще больше усердия в исполнении своих обязанностей. Хочется также высказать благодарность нашему митрополиту Викентию, то, что нас поздравил с Пасхой, с пасхальным праздником. Это, конечно, на нас возлагает большую ответственность перед архиереем. Будем стараться послужить для народа, послужить церкви, послужить архиерею во всем. Стоит отметить, что труд сотрудников владыка поощрил недавно и особой благодатной поездкой в сердце христианского мира святой город Иерусалим. От этой поездки остались самые яркие впечатления. Во благо церкви облагораживает, дает душевные силы и вдохновение для каждого верующего. Тут работаю уже второй год здесь. Мне очень нравится, потому что коллектив хороший, люди добрые. Но все равно как-то приобщаешься к церкви больше, чем так. Если бы на другой работе работала, я бы, может быть, реже была в церкви. Приобщение к церкви дает мне более как легче, чтобы мне все удавалось, получалось в жизни. Складывается. Как-то вроде что-нибудь начинаешь делать, думаешь, наверное, не получится. А потом получается как-то как в сказке. Внимание владыки оценили не только сотрудники епархии, но и гости из Екатеринбурга. Несомненно, подобное внимание и духовная поддержка правящего архиерея вдохновляет на добрые дела и усердные труды. Владимир Масленников, Елена Чепурнова, Октавиан Верякин, Ташкентская и Узбекистанская епархия специально для телеканала «Союз».